Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Всем доброе-доброе утро. Всем хорошего начала дня, позитива и настроения. Сегодня вот такой вот аутфит. Плотные колготки, шорты, водолазка, кардиган. Здесь такая барушка, бусы, серьги. И аромат вот такой вот сегодня. Позес Абсолют. Или Абсолю, как-то он. Абсолют, наверное, правильнее будет. Очень мне нравится вообще линейка Позес. Раньше вообще была линейка Позес одна из самых-самых-самых любимых. И аромат Позес был классический, самый любимый. Я уже получила наставление. Я сейчас это во дворце на Рамазана играли в баскетбол. И говорит, мам, что-то у меня там горло. Ну, мы тут собрались в гости. И говорит, возьми проверенные средства. Позже их беру с собой. Говорит, возьми чаек, чай сезонная терапия с липой, солодкой, малиной. И беру вот такую вот из серии «Доктор Тайга». Это у нас для свежего дыхания фитоспрей с прополисом. Без спирта, 50 мл. В общем-то, говорит, буду это. Ты уточни, что вот эти все чаи, они такие специфичные, но вот этот самый вкусный из всех. Специфичный, но самый вкусный, вот Настя говорит тут, комментирует, все проверено на практике, эффективное, действенное и результативное, поэтому все ссылочки на компанию Тианда я оставляю в инфобоксе под видео. Вы будете приятно удивлены, какой вы получите результат от этих вообще продуктов. И в компании разработано более 30 программ по здоровью врачом-кандидатом медицинских наук с учетом всех потребностей организма при той или иной проблеме, задаче, которую нужно порешать. Вот. И, в общем, беру проверенные средства с собой. Вот. Настя была на фитнесе, да? Угу. Ты на какую тренировку ходила? Я ходила на растяжку. На растяжку. Ну, вы смотрите, как она растянулась, что ее так дорастягивали, что она что-то... Я что-то давно не ходила, и когда голову запрокидываешь назад или летом, я считаю, это в голове там давление. В общем, пока... Мне было первое время тоже так, потом прошло. Пока сдавала сессию, она не ходила. Получается, потому что не до этого было. Ну и, в общем-то, организм уже призабыл нагрузки. И тут... Голова. Так что пошли мы ее прогуливать, выгуливать, и это... В общем, Илью по дороге заберу и, в общем-то, всех по дороге заберу. Маму всех так это с собой в сумку, в общем-то, беру, чтобы не забыть. Ну и, в общем, собираемся, одеваемся и выходим. Что мы тут картошечку греем. Сейчас будем бутерброды делать. На стол накрываем. Шашлыки будем греть. Вчера жарили в электрошашлычнице. Сейчас еще бутерброды сделаем с рыбкой. Да? Такой хлеб у нас ситновский, наш местный производитель. Хлеб для тостов ситновский. Масло чебаркульское. Все местное, все недалеко сделанное. Так что, в общем-то, это... с лучком. Я ведь уже чай заварила, как он меня просил, сезонная терапия. Ну, нет. Это вот маломощная такая, это? Там еще раз разогревает, еще попробуем. На попробуем. Потрогаем. Это-то горячая, блин. Вот она, шашлыки попробуем. Да уже. Быстренько на стол собрали. Нет, они надо еще. Думаешь? Не думаю. Всем приятного аппетита. Будем обедать. Вот этот салат мы заценили. Этот не тут очень. Тоже одинаково пошел, Наташа. Ну да, в нет, принципе. Пошел, да. Больше делать с рисом не буду. Ну да. Больше не будем делать с рисом. Что-то как-то не особо. Вот мимозу я не особо люблю все-таки с рисом, да? Там мимоза, значит, рис, консерва, лучок, яйцо. Может быть, даже вкуснее, чем вот этот с бананом. Не, мимоза. Что, девочки, мальчики, наконец-то мы увидели уже в открытом состоянии бритву, да, Xiaomi. Это здесь показано, как менять, получается, сменные лезвия, промывать, ну и менять, соответственно.
Ну, такая красивущая, я бы так сказала. А, да? Mm-hmm. Ее надо, получается, вот зарядить. Так. Здесь у нас включение. А, плавающая, да? Mm-hmm. Сейчас мы снимем. Да, они, видите, все, получается, такие. Плавающая головка будет при мокром или, да, или сухом бритье, я так понимаю, можно использовать. Удобно в руке. Хорошая штука. И стоит устойчиво, будет стоять так устойчиво. Ну, клевый подарок. Здесь вот где-то снимается. Так что... Ну, включи. Заряжено, нет? Нет, мне кажется, разряжено. А, вон, ты видишь, замочек показывает. Угу. Не знаю, надо. А, 99%. Так, а как ее включать? Значит, дольше подержать просто, может быть, на кнопку. Смотри, замок стоит. Жаль, что нет инструкции, но сейчас что-нибудь разберемся. Как снять замка. Да, как снять замка. Чем надо подольше, получается, держать. Она с замка снимается, но не сильно шумит, да? Mm-hmm. Ну, и получается... Ну, если та же, как у меня. Да. Жилет бритовый там. Да. Там же камера. Оп. При одном нажатии она выключается. В общем, клевая. Что, тебе понравилось? Угу. Все скучают по Шанюльке. Говорят, где Шанечка, где Шанечка? Вот она, Шанечка, зайчка. У нас еще елочка и Шанечка. И вот Настечка с какими губехами. А в какой шубе? О, шуба-то! Шик модерн. Думаю, почти вот сюда нам пока смот у нас тут. Шуба-то какая моднявая. О, вот отлично пошло. Как вы думаете, из этой шубы будут хорошие накидки на сиденье, на автомобиль? Не можешь пока походить, пока зима. Пока походить? Настя, ну можешь пока походить, слушай, пока зима, Настя. Я вот так пойду в магазин за хлеб. В очочках? Конечно. Ну и губёхи не забудь намазюкать такие же. А вдруг я именно в хлебном отделе встречу того самого банкира? Я думаю, надо поближе к банку ходить в хлебный. Так у нас тут райончик-то и так блатный. А, на районе? Пятерочка тут не меньше. Ой, ты вообще, одна пуговица красивая, вторая пуговица красивая. Я ее, кстати, присмотрела, вот эту вот, или вот эту, не знаю. Мне там надо совсем на другое дело. Ты, моя шуба куда там? А у нас еще елочка и Шанечка. Шанечка, как тебе на шубочке сидится? Хорошо на шубочке сидится. Как тебе, зайчка моя? Что ты? А? Шанюля. Шанюля. Надо Шаньке дом такой сделать. Хотела шубу на накидки, на машину. А тут и хотят еще банкира в ней встретить. Ну как так? Ну что такое, а? Ну вот, блин, а? Ой, такая шуба, такие бы накидки были на автомобиль. Настя хочет банкира в ней встретить. Ну с такими губехами только банкира и встречать, я считаю. У нее еще ногти такие. Покажи нам ногти, мы не видели. А у нас еще елка. О, отлично. А елка все стоит. А у нас еще Новый год. А у нас Новый год, как говорится. На губах вот такая нуба с кисточкой в таком ярком цвете. Шайн. Да, такая вот помадка. Это все очки. Стильные очки делают весь образ. Так, что-то она там еще опять решила померить. Сейчас покажу вам ее. Настя, тебе хорошо, кстати, в этой дубленке. Она вот мне большевата, а тебе хорошо. А в очочках будет еще лучше. Да вообще какой-то модный лук получился. Вообще! Вот так вот можно. Так вот.
Вот губы делают все. Что значит красная помада? Как я тебе рада. Фотка еще у меня в этих мехах. Ну что, и потом поедим, потом спать ляжем. Что поделать, пока меха есть. Понятно. А то уйдут все на... Потом будем на это, на сиденьях фоткаться. Там уже и губы не помогут. На сиденья уйдут все, а? Мама говорит, нет, вот эту не будем, наверное, на сиденье резать. Ты смотришь, какая модная такая, оказывается. Ну, а что? Длина хорошая. Все в тепле. Все в тепле, да. Давай. Чик, чик. А в этой пойдешь за банкиром-то, в хлебный? Ну, этот уже в молочный придется. В молочный. Она говорит, на какие чехлы? Это все еще носить надо. Мы говорим, когда пойдешь? Смотри, как модно. Некоторые специально для фотосессии ищут старые шубы, а вы хотите на чехлы. У нас надо идти срочно. Хлебный, молочный. Вообще. Вот в шале я уже, наверное, пойду в рыбный. В рыбный? Конечно. За большой рыбой, да? Ну там по-любому. Там уж точно банкиры будут. Ну кто там черный икру покупает? Ну? Ну кто? Они, наверное. Кто? Ну, вот, значит, туда и пойдем вот так. Девочки, берите пример. Вот в чем надо ходить в рыбный. За черной икрой, за банкиром. Мама еще возьмем сюда браслет, вот такой вот широкий, золотой. Угу. Перстень. Что еще надо? Найдем. Ага. И сережки, главное, такие крупные, золотые. Ага. И желательно круглые. Ага. Это прям вообще модные. Девочки, я, наверное, сейчас пойду, все брошу, быстренько все найду. И вообще френч-то можно. И отправлю ее в рыбный. А как вы думаете, может, в рыбный уже пора ее отправить-то, а? Пока... На чехлы не пустила все, а? А то думаю, то ли на чехлы, то ли дочь в рыбной за банкиром в таком прикиде. Вот, ой, мне нравится. Вот так и ходи. Вот вся в мехах. Вот вся в мехах и в шалях. Вот, ой, мне нравится. Ой, не могу. Собаку дать еще для прикида? Нет, в рыбной без нее. А, в рыбной без нее, ладно. В мясной с ней сходишь. Да, она будет колбасу выбирать. Хорошо. Ладно, будем мы дальше фотографироваться. В шалях. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я обнимаю вас очень крепко, целую, говорю всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.